что вы подозреваете в совершении хулиганства, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенном группой лиц, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время вы будете задержаны. Вам разъясняется, что вы подозреваетесь в совершении хулиганства, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенной группой лиц с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то есть совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время вы задержаны. Что можете сказать по существу подозрения? Вину свою признаю, искренне раскаиваюсь. Прошу прощения у всех сотрудников полиции.